с чего все началось? А вот эта вот планета, с чего все началось, кто первый, как она появилась, как это. Ребят, наша планета, это она существует уже не первый раз. Как и мы все с вами, это у нас, ну, у некоторых. Я, если честно, не видела еще ни одного человека с первой реинкарнацией, то есть когда он изначально сюда приходит, в этот мир, потому что у нас настолько древняя вот эта планета, что уже первопришельцев, так назовем, их уже нет. Вот. И как мы перерождаемся, так и наша планета перерождается, и она будет еще перерождаться. То есть это не первый ее раз, не первое ее воплощение. И когда она разуплотняется и та память, которая есть вот здесь, вот, в нашей планете. Разуплотняется, но, возможно, вот это вот, смотрите, планета, когда, немножко не в ту тему пошла, но немножечко вам расскажу. Когда планета разуплотняется, после разуплотнения идет вот такое вот, как облако. И вот это вот облако, это вот информационный контент сжатый. И вот это вот облако, оно остается в той вселенной, в которой идет следующее воплощение подобной Земли, нашей Земли.